Всем добрый вечер, с вами Никита Петров. В кратком обзоре первого этапа третьего ежегодного Кубка Феникса по Блицу. В турнире приняло участие 49 человек. Правда, не все из них сыграли от начала до конца. В том числе было два международных мастера и несколько мастеров ФИДЕ. Состав был очень сильный, и некоторые партии получились интересными. Ну и постараюсь показать самые лучшие, самые интересные фрагменты из каждого тура, по крайней мере, по несколько штук. Имейте в виду, что, к сожалению, не получил я большое количество комментариев с указанием тура и соперника, с которым, по вашему мнению, вы сыграли свою лучшую партию в турнире, поэтому пришлось не ориентироваться на собственный вкус. Ну и также не забывайте, что, как я уже сказал, было 49 участников, они сыграли по швейцарской системе в 9 туров, и просмотреть все партии, включая те партии, которые были на нижних досках, для меня не представляется возможным, поэтому в основном я ориентировался на партии лидеров. Ну и, разумеется, в первом туре на большинстве досок разница в классе все-таки была достаточно велика. Исключением является моя партия с Вовой Михайловским, но ее я не стану показывать по другим причинам. Ну и из всех партий я выбрал партию Докузов-Майдель. Разумеется, Антон был явным фаворитом в этой встрече, но не все шло для него гладко. Я отмечу, что Ярослав попросил меня продемонстрировать именно эту его партию. Была разыграна защита Немцовича с ходом ферзь c2. В принципе, Ярослав играл дебют достаточно грамотно, правда, как мне кажется, ход конь f3 здесь не лучший. b4, может быть, оставляет больше возможностей бороться за перевес. Но так или иначе, нет возможности зацикливаться на дебютных тонкостях. В принципе, позиция была примерно равная. Ветка 2 слона, но у черных очень гармонично расположены все фигуры. В принципе, я думаю, что несколько лучше, чем у белых. Поэтому никаких проблем с уравнением тут у Антона не возникло. Более того, пользуясь все-таки преимуществом в классе, Антон здесь постепенно переигрывал своего молодого соперника, то есть вот после конь d4 черные уже меняют одного из белых слонов. В принципе, захватывают линию c, получают небольшой перевес, однако дальше произошли весьма интересные события. После ферзь f4 и e5 ферзь f4 по-прежнему у черных, по сути, на всем достаточно комфортная ситуация, белые сыграли конь g3. И вот здесь вот Антон не заметил, что последним ходом Ярослав создал конкретную тактическую угрозу, сыграл a5. И после слон d3 оказалось, что неожиданно это двойной удар на поля c2 и h7. В принципе, наверное, лучшим решением здесь было слон g6. Просто сброс качества с некоторыми шансами устоять. После же ладья c3, ферзь h7, король f8, ферзь h8, слон g8. Слон h7, король f7, здесь у белых уже лишняя пешка. Ярослав взял на g8, в принципе, это неплохой ход. Немедленно побеждала конь h5, после чего черные не в состоянии защитить пункт g7. Ну, Ярослава в этот момент, как вы видите, было 5 секунд на часах, так что он проскочил мимо этой возможности, все равно сохранил перевес. Здесь, наверное, не стоило брать на b4, потому что после ладья c1 белые захватывают все центральные вертикали, последовало ладья c4, ладья c4, оказалось, что на ферзь c4 следует ладья d6, конь закрывается на f1, а после конь c4 ладья d7 Ярослав забрал ферзя, и, казалось бы, партия должна была закончиться. Но обратите внимание, что у белых всего 3 секунды, пусть и с добавлением 1 секунды на ход. И вот в этот момент, после ладья g7, Ярослав не удержал флажок и просрочил время. В принципе, можно сказать, что отчасти Антону повезло, но в следующих турах он показал, что, в принципе, является одним из лидеров Феникса не зря. Эта партия скорее исключение, чем правило. Ну, больше никаких заслуживающих внимания фрагментов в первом туре не было. Большинство фаворитов одержали проблемы без проблем. Одержали победы без проблем, и здесь вы можете видеть положение участников после первого тура. Как вы видите, в принципе, все представители топа Феникса достаточно легко выиграли. Во втором туре события развивались более интересно, в частности, отметим партию Гузиков-Гальперин. Гузиков это достаточно. Данил Гузиков достаточно молодой шахматист, который недавно вступил в Феникс. Однако играет достаточно успешно. Но Платона Гальперина, я думаю, вы все знаете. Один из самых талантливых
юниоров Украины и также один из лидеров шахматного Феникса. В партии была разыграна французская защита. Классическая система со слон e7, e5, конь d7. И здесь Данил вошел h4, так называемая атака шатара. Или шатара, потому что, скорее всего, это французский шахматист. Если черный широкий выбор, Платон сыграл c5. Один из самых острых вариантов. Слон e7. Насколько мне известно, здесь достаточно надежно за черных король e7. То есть никто этот ход не опроверг. В принципе, у черных достаточно комфортная игра. Ферзь e7 ход тоже возможен, но он связан с жертвой материала. Потому что после конь b5 надо играть 2 на 0, конь c7, белые забирают ладью на a8, но, конечно, серьезно отстают в развитии. Последовало cd, конь a8, конь c6, конь f3, f6, ef, конь бьет f6. Ну, у белых, повторюсь, чистая лишняя ладья, точнее, за одну пешку, но у коня есть проблема с тем, чтобы выйти с угловой клетки, на у черных мощный пешечный центр. После слон e2, e5, действительно, Платон получил достойную контр-игру. Однако после 2-0 уже следующим ходом допустил серьезную ошибку, и партия покатилась под откос для молодого украинского игрока. Здесь, конечно, следовало сыграть слон f5, ну или, в принципе, практически любой другой ход, нападающий на коня a8. Только не слон g4, потому что после слон g4 у белых нашелся тактический ресурс конь бьет d4, и белые съели важную центральную пешку. После конь бьет d4, слон бьет g4, конечно, черным стоило побить на a8, после чего их позиция хоть и не содержит в себе достаточной компенсации за качество, все еще вполне обороноспособна. Ну, а конь e4 это какой-то отчаянный жест, который, в принципе, не был на данной стадии партии еще необходим. Ну и Данил нашел ход c3. Конь отбрасывается с d4, теряется пешка d5. Белая совершенно выиграна, и Платон никаких контршансов в этой партии найти не смог. Ну и также, как и в первом туре, во втором туре все-таки на большинстве досок разница в классе между соперниками была достаточно велика, поэтому подавляющее большинство фаворитов своей партии выиграли, и сейчас вы можете увидеть положение в турнире после двух туров. В третьем туре события развивались куда интереснее. Отметим партию Перов-Майдель. В принципе, Антона во встречах с молодым, скажем так, активом Феникса в этом турнире несколько лихорадило, и сейчас вы увидите вторую серию его заключений. Французская защита, разменный вариант. С ходом c4. То есть Герман, уже не первый раз вижу, что Герман применяет эту линию. На самом деле, конечно, вряд ли белая здесь рассчитывает на перевес. Получается достаточно живая фигурная игра. Слон b4, слон d3. 2-0, не знаю, может быть, dc сначала чуть точнее, но и здесь все для черных неплохо. То есть произошла разгрузка в центре. В принципе, позиция близка к равенству, и можно было бы ожидать здесь ничейный исход, но понятное дело, что Антона такое развитие событий не устраивало, потому что он был явным фаворитом как по рейтингу, так, в принципе, и по уровню игры. Действительно, постепенно начал переигрывать своего молодого соперника вот в этом эндшпиле. Казалось бы, эндшпиль совсем сухой, но постепенно черные завладели небольшим перевесом. Обратите внимание, что пешка на А2 защищена недостаточно хорошо, и поэтому белому приходится делать достаточно корявые ходы. Вот после конь d5, ладья d8 подменивается одна пара ладей. Понятное дело, что практически ничья, но еще чуть-чуть белым придется постараться. И после еще нескольких сделанных ходов, обратите внимание, что белые во избежании потери пешки А должны были завести свою ладью на А2. И после ладья А4, король А1, король f8, оба соперника подводят своих королей к центру, но король f8, пожалуй, все-таки слишком здесь автоматически сделан ход, потому что был вот такой вот тактический ресурс конь c1, ладья a1, конь d3, шах. И после король e2 или король d2 черный выигрывает пешку. В принципе, у белых сохраняются достаточно неплохие шансы на спасение здесь, но, тем не менее, сыграть так стоило. После король f8 Герман больше не дал таких шансов, конь c4. Подвел короля к центру, и эта позиция уже практически
мертвая, то есть шансов на победу у черных не остается. После король цвета, в принципе, можно было бы ожидать повторения ходов, но Антон сыграл конь e5, это оказалось грубой ошибкой. То есть, мало того, что, в принципе, после конь e5, не думаю, что у черных есть какие-то серьезные здесь основания рассчитывать на победу, но, конечно, помимо конь b5 находится прямое тактическое продолжение, ход b3, ладья на a4 попадает в ловушку. К счастью, для черных кое-какие шансы на спасение здесь еще остаются, потому что черные забирают одну пешку за качество король b3, король d5. Ну и вот здесь вот Герман очень грубо ошибся, и, в принципе, не совсем это объяснимо, потому что варианты после ладья a3 достаточно просты. Надо было, конечно, сыграть ладья d2, отбросить короля, ну и после этого сделать практически любой разумный ход, например, ладья d8, и здесь у белых большой перевес, может быть, просто выигран. После ладья a3 очевидно, что москвич рассчитывал на тот факт, что у него в пешечном матчпиле отдаленная проходная А, но, к сожалению, здесь это не имеет решающего значения, уж больно плохо расположен белый король на А3. И после король c4 оказалось, что у белого практически нет ходов. После того, как исчерпаются движения пешками на королевском фланге, пойдет играть король А2 или А5, и в любом случае белые теряют здесь гордость своей позиции. Поэтому не стал Герман брать на А3, пошел А5, но сути это не изменило, и черные легко довели до победы этот пешечный эндшпиль. Также в третьем туре, но на несколько в глубине пелотона была сыграна вот такая партия, которая привлекла мое внимание. Михаил Иванов играл против Максима Ковальчука. И здесь у нас был контргамбит Альбина, который оказался достаточно популярным дебютом в первом этапе нашего третьего кубка. Думаю, что белые все-таки разыгрывали дебют не самым лучшим образом, хотя получили достаточно боевую позицию здесь. Конь d2, слон a6. Так сходу, если не видеть текста партии, то не совсем понятно, как слон, черный слон смог оказаться на a6 при расположении черной же пешки на b7. Но здесь вы все сами видели. Конь e4, конь g6, e6. В принципе, грамотный ресурс, разрушая пешечную структуру и делая положение черного короля менее выгодным. Фе, ферзь b3. Ну, ферзь b3, видимо, не совсем точный ход, потому что ферзь d5 сильный ответ. Может быть, Михаил здесь рассчитывал выманить ферзя на d5 под рентген слона g2 и отойти ферзя на c2, собственно, так он и сделал. Если черное, конечно же, было прямое опровержение всей этой затеи. То есть Максим сыграл слон d6, но был ход d3, после чего белые несут материальные потери. И какой-то серьезной компенсации за них не видно. После слон d6, конь fg5, ситуация для белых нормализовалась. И вот здесь вот Максим, ну, судя по раздумьям, 20-секундным раздумьям, решил пожертвовать ферзя. И жертва действительно весьма интересна. То есть белые сыграли конь f6, ладья f6, слон d5, ed. У черных всего лишь две фигуры за ферзя, но при этом мощный пешечный кулак в центре, и все их легкие фигуры очень хорошо взаимодействуют между собой. То есть жертва действительно весьма интересна. h4, ладья а на f8, слон d2. Ну, слон d2, очевидно, достаточно грубая ошибка, потому что отдавать на e2 не стоило. Здесь последовало слон b4, снова уже во второй раз за партию Максим упускает возможность пойти d3, после чего, по-моему, позиция белых здесь совсем не завидна. Последовало слон f1, такая вот разгрузка, то есть черные отыгрывают часть пожертвованного материала, но их инициатива выдыхается. Слон d6, ладья f2, взяли-взяли. Ну и вот здесь, скажем так, в духе всей предыдущей борьбы был, конечно, не отход слона на c4, а взятие cd. В принципе, вся партия развивается иррационально, но и вот такие вот стройные пешки, на мой взгляд, добавили бы сюрреализма картинки. Ну а после слон c4 партия перешла, скажем так, еще не совсем в техническую стадию, но все-таки перевес белых здесь достаточно очевиден. Михаил до поры до времени играл весьма качественно. Но, как ни странно, даже здесь еще были нюансы. То есть вот в данной позиции самым техничным, самым простым являлась ладья f3, просто отбрасывая короля, а потом уже заходя королем на c7. Последовало король c7 немедленно, и после короля f5, король b7, король e4. Казалось, что у черных есть определенная контр-игра, и компьютер даже утверждает, что эта позиция на самом деле ничейная. Однако, конечно же, за ничью борются все-таки именно черные,
И сделать они ее, как вы сейчас видите, не смогли. Король b6, d3, король b5. И вот здесь вот Максим допустил ошибку, в принципе, вполне простительную. То есть ход король e3 напрашивается, но позиция счетная, позиция темповая. Здесь было важно как раз таки не терять эти самые темпы. Правильным ходом была конь g4, после чего черные вынуждают сдачу ладьи за пешку d раньше, чем это получилось в партии, за счет этого выигрывают. То есть конь e3, теперь на ладье d2, конь c4. Еще подвисает на b2 в вариантах, то есть надо уходить по первой. Если уходить по первой, тут d2, b4, d1. Ну и в сравнении с партией здесь у черных парочка лишних темпов, этого как раз хватает, чтобы сделать ничью. В партии же последовало король e3, король h4, d2. Король b5, король e2. Взяли-взяли. Но оказалось, что пешка, белая пешка А бежит вперед очень быстро. Ну и белые в этой партии победили. Обратите внимание, последний трюк. Нельзя сыграть а8 ферзь и закончится 7 вилки. Таким образом, после третьего тура осталось всего лишь 5 человек с 3 набранными очками. И вся борьба обещала быть впереди. В четвертом туре также я выбрал несколько партий, несколько фрагментов для показа. Ну и одна из этих партий, это партия Татаруров Шарифуллин. В принципе, Андрей Татаруров это весьма сильный блицер, который в наших турнирах выступает достаточно успешно. Ну и Ринат Шарифуллин тоже играет активно, тоже с достаточно хорошими результатами. Здесь у нас был сыгран Волжский гамбит через такой вот странный порядок ходов, причем с ходом ферзь c2. Впоследствии Андрей сыграет этот же вариант с ходом ферзь c2 в партии против меня. Слон c4, ед, ед, d6, конь f3, слон e7. Ну, не думаю я, что этот вариант для черных создает какие-то запредельные проблемы, тем не менее, определенные нюансы здесь есть. Ну и вот, насколько помню, я здесь играл 2-0. Ну а Ринат сыграл слон g4, в принципе, тоже заслуживающий внимания ход. Ну и к тому же Андрей в некоторой степени ввел в такой ступор, потому что иначе объяснить всю вот эту затею с слон b5, шах, конь d7, конь d2 весьма тяжело. То есть вроде как конь переходит на c4, но достаточно очевидно, что позиция достаточно открытая, пешка d слаба, линия b вскрыта, и белые не могут себе позволить такие маневры. После 2-0 последовал еще зевок пешки d, конь c4, конь d5, слон c6, конь b4, стало очевидно, что у черных большой перевес, но после ферзь e4 и конь f6 черные выиграли ферзя. Слон a8, конь e4, слон e4, d5. В принципе, можно было бы ожидать в этот момент сдачу, но, как ни странно, Андрей не только продолжил борьбу, но еще и смог поставить перед черными определенные проблемы. Ну а чем все закончилось, вы увидите совсем скоро. a3, d, b, слон e2, вилка на ладью и коне. То есть у черных и так лишняя ферзь, они продолжают доедать материал. Конь e3, слон f1, конь f1. То есть, опять же, две фигуры за ферзя, как и в предыдущей партии, но здесь, конечно, ситуация несравнима. Мало того, что у черных очень много лишних пешек, так еще и все фигуры белых картинно расположились по первой горизонтали. Однако посмотрите, что происходит дальше. То есть, в принципе, до поры до времени Ринат играет неплохо. То есть, возможно, делает не сильнейшие ходы, но оценка позиции сохраняется. Кажется, что черные переходят в решающую атаку. Белые дают пару ничего не значит шахов, хотя, конечно, после ладья b7 значительно техничнее было увести короля куда-то вперед, например, на f6, и здесь партия достаточно быстро закончилась бы, но после короля e8, как ни странно, белые кони начинают довольно удачно друг с другом координироваться. Конь a на c4, ферзь f3, король h3, ферзь h5, король g2. Ну и видно, что Ренат в некоторой степени здесь теряет нить игры. Это был последний, пожалуй, момент, когда выигрыш, здесь был прямой четкий выигрыш черных, надо было сыграть f4. Теперь после gf вскрывается третья горизонталь, поэтому ферзь f3 это уже мат. Но в противном случае грозит после f4 f3 мат, и у белых здесь нет никакой вразумительной защиты. Ну и Ринат упустил эту возможность, сыграл ферзь f3, взял на f2. Здесь, как ни странно, оценка этой позиции уже ничья. То есть после конь d6, король d8, конь f7, король c8, конь d6, король d8, позиция ничейная. Но если же черные пытаются
играть на победу путем король f8, как, собственно, и нас в партии и поступил, то неожиданно после конь e бьет f5, вроде бы белый король попадает под град шахов, на самом деле же весь град состоит ровно из одного шаха. И после ферзь f1, король h4 атакующие ресурсы черных исчерпываются. У них по-прежнему лишний ферзь, но грозит мало того, что ладья b8 мат, так еще и ладья f7, конь e7 с выигрышем ферзя. И в это трудно поверить, но у черных нет никакой достойной защиты, то есть сильнейший ход здесь ферзь f5, но понятное дело, что после конь f5 у белых выигранная позиция, поэтому Ренат предпочел уронить флаг. Ну и также в этом туре стоит, наверное, показать фрагмент из игры Ивана Бабикова. Для Ивана турнир явно не задался, но вот тут вот он нанес по позиции Дмитрия Поливаева несколько достаточно мощных ударов. То есть, в принципе, симметричная русская партия. Казалось бы, ничего не предвещает для черных беды. h6, конь e4, конь d7, конь g3. Достаточно грамотный перевод коня на f5. Все-таки черные немного стеснены, они были бы не прочь поменять пару фигур. Конь b6, b3, d5, c5, конь d7, ферзь f3. Обратите внимание, белые наращивают давление на королевском фланге. Конь f5, конь f8, и вот здесь вот следует удар. Слон h6. В принципе, удар несложный, но думаю, что Дмитрию было неприятно получить такой ход. И теперь ножа h следует. Хотел сказать, конь e7, ладья e7, ферзь f6. Там, кстати, ладья e1. Так что, видимо, следует что-то иное. Скорее всего, конь f6. И теперь на король g7. Не совсем очевидно, что. Кстати, довольно интересный вопрос, что же было задумано здесь на GH? Сходу и не скажешь. А, вероятно, просто перебой. И здесь вот ферзь g3 шах и отъем ладьи на b8 в конце. То есть, видите, удар оказался не таким простым. Я даже сразу не смог понять, в чем, собственно, идея белых. Ну, а Дмитрий, скорее всего, всю эту, весь этот коварный замысел разгадал, сыграл конь e6, но так получилось еще хуже. Потому что Иван наносит еще один мощный удар ладья e6, fe, конь g7, но и здесь позиция черных разваливается, потому что висит ладья, ладья f8, конь e6, ну, на ферзь d7 белые мало того, что отъели весь материал обратно, так еще и продолжили избивать черного короля. Здесь Дмитрий сдался. Ну и после четвертого тура, как вы видите, образовалось три лидера. Это я, Антон Майдель и Андрей Татаров. У нас у всех было по 4 очка. И в пятом туре я играл непосредственно против Антона, а Андрей Татаров играл с Михаилом Плюхой. И как вы сможете увидеть через несколько минут, партии протекали весьма любопытно. Разумеется, покажу их обе. Я играл с Антоном Майделем черным цветом. У нас была разыграна система Паульсена, точнее, скорее вариант Кана, то есть Паульсен без коня на c6. Как мне кажется, Антон избрал не самую опасную для черных схему, то есть все-таки c4 ход выглядит логичнее уже после ферзь e2, d6. Вот здесь вот c4. Потому что на немедленное c4 следует конь c6, но вот важное отличие в том, что после конь бьет c6, черные бьют не пешкой b, а пешкой d. И следующим ходом играет e5. К сожалению, белые не успевают воспрепятствовать этой идее сами, проведя e5, потому что на e5 есть ферзь e5 шах. То есть приходится делать рокировку или какой-либо другой неконкретный ход. Но здесь после e5 черных явно не может быть хуже, потому что да, у них чуть меньше пространства, но черные поля в лакере белых слегка свистят. Ну и тот факт, что у черных не достает пространства, как мне кажется, не настолько важен уже при одной размене на легкой фигуре. То есть, в принципе, достаточно легко ее уравнял. Ферзь e2, слон c5, слон e3, ферзь e3, 2-0. f3, слон e6. Ну, вот у черных комфортное развитие. С другой стороны, у белых все тоже достаточно неплохо. Вот здесь вот Антон решил зафиксировать ферзь во фланг. Ну, вполне возможное решение. Другое дело, что в некоторой степени обязывающе. Обратите внимание, что черные начинают давить на все эти пешки ферзь во фланг. Но пока белые уверенно их удерживают. Ладья d7, слон c2, ладья a7, ладья b1, аб, а6. Чисто внешняя позиция черных выглядит чуть-чуть привлекательнее, но компьютер же утверждает, что она не вышла за рамки равенства. Ладья d6, Антон тоже делает активные ходы.
Ладья А2, слон Д3, ферзь С7. То есть, ну, понятное дело, что черные защищают пешку на С6, но также создают угрозу конь Е8. Ну и, в принципе, я в свойственной для себя манере достаточно рационально расходовал время. И вот здесь у меня оставалась уже 1 минута против 2 минут Антона Майдена. И Антон вполне, в принципе, делает сильный ход F4, но особенно он был неприятен мне, учитывая некоторый временной недостаток. Здесь после F4, конечно, надо было понять, что играть позицию, где у моего соперника весьма ясная инициатива за пожертвованный материал, это не самая лучшая идея. Надо было сыграть просто ладья 8 на А3. В принципе, я этот ход рассматривал. Ну, теперь F5 особо ничего не дает. Слон просто отойдет, например, на C4. Ну, а на FE последует конь D7. Да, белые выиграли пешку, но все остальное у черных весьма неплохо. К тому же, сдвоенная пешка Е вряд ли является такой уж серьезной гордостью позиции белых. Ну, конь Е8, объективно, ход тоже неплохой. Ну, дает белым слишком простую игру. Ну, пожалуй, самый большой недостаток хода конь Е8 в том, что я потратил на него 42 секунды из оставшихся 66. Это, конечно, совершенно непростительно, и Антон благополучно меня за это наказал. ЕД, ферзь D8, конь D4, слон D7. На самом деле позиция остается неясной, но играть ее проще белыми. Е5. Вот здесь вот, конечно, даже несмотря на то, что оставалось не так много времени, стоило напрячься и сделать сильнейший ход в позиции, а именно ферзь H4. Потому что после исполненного мной ладья 8 на А3, белые дальше пошли в атаку. Е6, Фе, ферзь Е4. Оказалось, что белые собираются объехать ферзем на H7, потом добить черных подключением ладьи B1 на поле F1. Ну и здесь, конечно, мне сильно не хотелось отдавать свою ладью за этого слона D3, потому что получается, что черные отдают весь мой материальный перевес, а позиция, скорее всего, стратегически весьма неприятна, все-таки защищенная проходная на D6 это серьезная сила. Тем не менее, опять же, после хода ферзь H4 компьютер утверждает, что дела черных здесь не так уж и плохи. Что у них достаточно активные фигуры, ладья А2, ферзь H4 взаимодействуют друг с другом неплохо. Ну и в вариантах в будущем черные готовы сыграть E5. Я же решил сыграть E5 сразу. В некоторое оправдание могу сказать, что оставалось у меня 1 секунда. Ну и, конечно, это грубый зевок, после ферзь B3 теряется ладья, и борьба здесь продлилась недолго. Таким образом, Антон победил и вышел на отметку 5 очков из 5 возможных. Ну и в параллельной лидерской партии тоже весьма интересные пертурбации происходили. Михаил Плюха сыграл белыми, отдает этот уров черными. Михаил, видимо, предлагает ничью после первого хода. Разыгран классическая система в каракане. Самое что ни на есть основной вариант. Здесь, как мне кажется, все-таки ход слон d2 более принципиален. c3 тоже возможно, но у черных нет особых проблем. Проблем у них нет, потому что у них в позиции нет плохих фигур. Ладья h3 достаточно спорная идея. По идее, атака не должна проходить при всего лишь одной легкой фигуры, одной паре легких фигур, остающихся у соперников. Ну и к тому же ход ладья h3 связан здесь с конкретным просчетом, зевком. Но, к счастью для Михаила, зевок оказался обоюдным. Дело в том, что черные могли здесь взять на d4, как ладьей, так и слоном, и пользуясь связкой пешкой c3, и серьезной компенсации за белых там не видно. Андрей же сыграл ладья e8, ход все-таки значительно слабее, пешку на d4 стоило взять. Ну и тут черные получили неплохую позицию, особенно после ферзя f3 и e5. Видно, что белым пока не до атаки, а вот их король на e1 страдает. Де, слон e5, король f1. Единственный способ не получить мат сразу. Ферзь b5, король g1. Ну и вот здесь вот Андрей на первый взгляд совершает всего лишь небольшую неточность ходом ферзь b2. На самом деле ее последствия оказываются весьма неприятны для черных. То есть здесь стоило взять на f4 предварительно. Только вот тут пойти ферзь b2. Разница в том, что белая ладья не приходит на e1. И за потерянный материал у белых нет никакой компенсации. В партии же после немедленного ферзь b2 Михаил почувствовал, что тут у него появляются шансы. Сыграл ладья e1. Оказалось, что черным уже не так легко все это реагировать, и здесь Андрей совершил несколько ошибок и достаточно быстро эту позицию проиграл.
Мы видим, что белые отыграли пешку, более того, их фигуры расположены более активно. Но после ферзь d2 оказалось, что у белых прямая матовая атака. d7 на d7, ферзь c8 и ферзь f5. И теперь на отход короля следует ферзь f8. Ну и после g6 очевидно, что для Михаила не составило больших проблем заматовать здесь черных. Таким образом, двое из трех лидеров потерпели в пятом туре поражение. И сейчас перед собой вы можете видеть список лидеров после пятого тура. Мы видим, что Антон Майдель лидировал со 100% результатом. На чистом втором месте шел Михаил Плюха с 4,5 очками из 5, ну и большая группа по 4. В шестом туре также произошло несколько очных, скажем так, ставок между лидерами, однако из уважения к играющим шахматистам я большую часть этих партий показывать не буду, потому что все-таки некоторые ходы и идеи в них были совершенно необъяснимыми. Ну, в некоторой степени положительно выделяется моя партия с Виктором Шапиро, который недавно тоже подключился к игре в нашем турнире, достаточно сильный шахматист. Однако здесь партия прошла для него не лучшим образом. Дебютрети, причем такой, переходящий в какие-то южовые структуры, с конем на c6, как мне кажется, не самая выгодная редакция для черных, потому что все-таки конь лучше расположен на d7, b3, ферзь c7, слон b2, ладья d8, ладья c1. С другой стороны, в принципе, ничего страшного для черных не произошло, и вот здесь можно было кардинально поменять характер борьбы, сыграть d5. Да, в результате разменов на d5 создавался изолятор, но, как мне кажется, объективно позиция черной была бы не так плоха. Слон a3 ход, на первый взгляд, заслуживает внимания. Действительно, поменять слонов может быть не такой плохой идеей, но, к сожалению, ход связан с конкретным здесь просчетом. После слона a3, ферзь a3, конь c6, оказалось, что белые выиграли пешку. После bc слон c6 нельзя брать на c6 из-за того, что висит ладья на d8. Последовал ладья b8, слон g2. Ну и попытался вот в этой позиции Виктор каким-то образом наладить контр-игру, но, конечно, я не беру пешку на d5, просто стабилизирую ситуацию. Но здесь у белых достаточно большой и комфортный перевес, и, в принципе, без больших приключений мне удалось довести эту партию до победы, хотя в определенный момент уже у меня начали закрадываться некоторые страхи, потому что, ну, видно, что несколько ходов до этого позиция была для белых более выигранная. Ну а в партии пришлось, во-первых, сначала играть эндшпиль с пешками g и e. Ладейный эндшпиль с пешками g и e. К счастью, для меня это не f и h, а g и e, и такие пешки достаточно легко выигрывают. В принципе, мне удалось показать здесь правильный план. Правильный план связан с тем, что одна из пешек отдается, а вторая протягивается как можно дальше, и в дальнейшем белые строят мост, чем, собственно, я и занялся. Таким образом партия закончилась. В глубине же пелотона была сыграна другая интересная партия, которая лично мне очень понравилась. В ней Денис Михайлюк одолел Анара Шаякберова. Здесь у нас снова был такой вот дебютрети, причем достаточно, как мне кажется, хорошую гибкую здесь расстановку выбрал Денис. Сам я весьма часто так играю за черных, особенно в блиц. То есть маневр белых конь f3, конь e1, конь c2, конь e3, он достаточно типичный. Действительно, если конь приходит на e3 и в дальнейшем на d5, то белые обычно получают несколько лучшие шансы. Но вот здесь вот черные успевают прорваться от d5. И хотя у них в позиции есть некоторые болевые точки, например, поля c5, b5, b6, тем не менее белые никак не могут этим сразу воспользоваться, ну а пространственный перевес черных начинает сказываться. То есть, в принципе, Денис очень уверенно, очень грамотно наращивал здесь давление. Понятное дело, что вот как мы видим, к 30-му ходу у соперников оставалось меньше 10 секунд, но, как ни странно, особо грубых ошибок совершенно не было. То есть черные планомерно наращивали давление. Может быть, в какой-то момент их перевес со компьютерной точки зрения уменьшался, но всегда они давили. И вот здесь оказалось, что вроде как белые выиграли пешку, но
нечем защищать на b2. Пешка на b2 упала, следом за ней пешка на a3, и черные провели свои проходные ферзи. Хотел я сказать, на самом деле же тут было еще много приключений, но такой разноцвет легко выигран, потому что черные... Белый король на ферзевом фланге расположен слишком далеко от основных событий, а черные продавливают королевский фланг. Ну, то есть, если белые здесь не бьют на h4, черные сами меняются, играют слон f2. Но после взятия некем держать пешку h2, и здесь не совсем, по-моему, техничное решение принял Денис. Самым простым было слон g1, слон h2, но так оказалось, что тоже неплохо, потому что король черных паровозом спешит к полю d2, выигрывается слон, ну и партия заканчивается. Ну, в общем, мне кажется, хоть Денис и не претендовал на призы и высокие места в этом турнире, партию он провел весьма неплохо. На этом рассмотрение лучших моментов шестого тура можно закончить. И вот сейчас на своих экранах вы видите, как расположились лидеры после весьма кровавых событий, которые как раз произошли в шестом туре, которые я не стал показывать. Такое своеобразное пятивластие воцарилось, 5 человек по 5 набранных очков из 6. Ну и в непосредственной близости также Игорь Куделя и Михаил Плюха по 4,5. Вот с рассмотрения партии молодого талантливого мастера Фиде из Новороссийска мы начнем обзор седьмого тура. Игорь, как он достаточно часто делает, сыграл здесь дебют Вересова d4, конь c3, правда, плавно с этот самый дебют Вересова перешел во французскую защиту. Причем достаточно хитрый вариант конь c на e2. Мне кажется, что очень интересный и ставит вот перед черными некоторые проблемы. По крайней мере, в этой партии Игорь здорово наращивал давление, а играл он, как вы видите, с Данилом Гузиковым. И вот такое вот расположение пешек d4 и e5 против d5 e6 без пешек f обычно крайне неблагоприятно для черных, и их единственный шанс здесь динамики. То есть вот на короткий миг ладья на f8 занимает открытую вертикаль, и положение белой фигуры не совсем обеспечено. Но если же белые сделают здесь несколько 2-3 полезных укрепляющих хода, то ситуация изменится крайне неблагоприятно для черных. В принципе, в партии так и произошло. Попытался Данил здесь наладить какую-то активность на ферзевом фланге, но Игорь просто закрыл все вертикали. Да, действительно, слон на h6 расположен неплохо, но, к сожалению, про остальные черные фигуры этого сказать нельзя, и поэтому один слон на h6 здесь погода не делает. Ну, Игорь постепенно наращивал давление, причем на обоих флангах, не допускал никаких явных ошибок. И вот, да, удалось Данилу поменять тяжелые фигуры, но все равно позиция остается для черных неблагоприятной. Ну и тем более здесь конь приходит на f4. Король d7, конечно, неправильный ход, потому что после него оказалось, что достаточно много здесь тактических неприятностей. То есть грозит этот конь d5, простое взятие пешки, пользуясь связкой. Ну а если черный король уходит из-под связки, тогда теряется на e6. То есть, видимо, здесь позиция черных уже очень неприятная, и надо было пытаться стоять королем где-то в районе поля f7. Ну и в этом случае мне кажется, что Игорь смог бы как-то продавить оборону черных. После король d7 его задача же серьезно упростилась. Ну и тут, конечно, у белых абсолютно выигран, и Данил не стал здесь продлевать безнадежное сопротивление. Также в седьмом туре Виктор Шапира одержал, мне кажется, достаточно любопытную победу над международным мастером Николаем Корнишиным. В принципе, для обоих шахматистов турнир сложился, возможно, не лучшим образом. И особенно это касается Николая. Здесь у нас была разыграна защита Грюнфельда, причем такой интересный вариант с ферзь b3. То есть, казалось бы, все проходит по аналогии с основным вариантом e4. Тоже черные бьют на c3, белый отвечает bc. На самом деле тут совсем другие планы. То есть белые просто бывают на гармоничное развитие собственных фигур, а пешку e они ставят не на e4, а на e3. Ну и, как мне кажется, действительно, Виктор здесь получил небольшой перевес. И судя также по тому, что Николай потратил на ход ферзь b6 2 секунды, похоже, что это все-таки был зевок пешки на e7.
Ну, у черных здесь получилась неплохая компенсация. Обратите внимание, черные меняют белопольного слона, то есть теперь у них преимущество двух слонов. Ну и что может быть даже важнее, есть конкретный план с надвижением пешек ферзевого фланга. То есть если бы ну, после опять белых не было бы хода конь g5, то а4 уже стало бы очень серьезной угрозой. Но в партии Виктор все-таки смог консолидировать свой материальный перевес. То есть, понятное дело, что когда пешка встает на d5, то какие два слона уже черным не дают здесь достаточной компенсации. Попытался ходом h5 Николай поймать соперника на мелкой тактике, то есть грозит слон h6. Но из этого ничего не вышло. Такой вот перевод слона 3, e7, g5, по-моему, весьма грамотный. Ну и достаточно уверенно Виктор довел эту партию до победы. Таким образом, вернул себя в борьбу за самые высокие места в этом турнире. Также стоит отметить, что Вова Михайловский после своей неудачи в первом туре набрал крейсерскую скорость, одержал 6 побед подряд. Ну а поскольку в рядах лидеров происходили порой труднообъяснимые события, и все лидеры активно теряли очки, то мы видим, что к началу восьмого тура Вова уже единолично вышел на первое место. Собственно, с его партии мы и начнем обзор восьмого тура. Вова играл против Игоря Кудели, играл черным цветом. Игорь снова пошел конь c3. Ну, теперь Вова, видимо, ознакомившись с творчеством Игоря, решил пойти e5. Действительно, d4 здесь уже не сыграешь, поэтому Игорь предпочел такую вот немного странную ежовую схемку. Понятное дело, что это все не может быть очень серьезно. Но по 8 пешек и по 8 фигур сохраняется с обеих сторон. Позиция сложная, с весьма сложной такой гибкой пешечной структурой. А в подобного рода позициях Игорь обычно разбирается весьма неплохо. Вот и в этой партии удалось ему получить некоторый перевес. То есть, вроде бы черный играет активно, напрыгивает всеми фигурами, однако пешка e4 слабость. И достаточно легко Игорь ее забрал. Видимо, не обошлось без помощи со стороны Вовы. То есть Игорь в этот момент казалось, что предстоит Игорю всего лишь техническая работа. Обратите внимание, что его и времени больше. Однако не все так просто. Действительно, c5 достаточно грамотный ход со стороны черного. То есть очевидно, что на b5 было задумано c4, и обнажаются слабости белых на ферзевом фланге, но после bc конь c5 тоже фигуры черных здесь обретают некоторую активность. То обратите внимание, хороший перевод. Конь c5, конь b7, конь a5, конь c4. Ну и, конечно, ключевой момент партии здесь наступил через несколько ходов. Вот бьет на a3, такое ощущение, что все-таки зевает удар ладья e7. У обоих соперников уже совсем мало времени. То есть вот g5, f5, король f7, b4, ладья черных на h4 отсечена. Ладья f4. И вот здесь, пожалуй, самым практичным решением за белых было бы, конечно, оставить слон на a3. Но Игорь предпочел сыграть слон c1, и, в принципе, ход-то объективно неплохой. b4. Черные не убирают ладью, потому что на ладья h4 последовало бы слон g5, играет b4, пытается наладить какую-то контр-игру на ферзевом фланге, двигая свои проходные пешки, точнее, проходную а. Ну и вот здесь, понятное дело, что с 11 секундами тяжело заставить себя взять на f4, но если бы Игорь так поступил, то, возможно, турнир пошел бы по совсем другому сценарию. Дело в том, что действительно слон f4 дает белым достаточно простую победу. Черные должны брать, и теперь конь e2. Ну и, видимо, Игорь просто не досчитал, что на а3 белых есть ход конь c1, все пешки остановлены, белые легко побеждают. Ну, очевидно, что b3 ничего в этом плане не меняет. Тоже конь c3 держит поле b1, белый король подходит, забирает пешку f4, и белые выигрывают. Этот шанс был упущен, и поэтому после слон d2 b3 оказалось, что уже белым надо бороться за спасение. Или, по крайней мере, за уравнение, и, в принципе, до поры до времени. И Игорь весьма успешно справлялся с этой задачей, то есть вот эта позиция явно ничейная, без больших приключений. То есть, возможно, не стоило давать коня на d4, но и здесь ничья достигается без особых проблем. То есть, ну, не совсем понятно, почему не было взято на h4, это самое простое, но, как ни странно, после короля f2 тоже
даже если черные бьют на h3, то после слон d8 оказывается, что черный король слишком далеко. Белые подходят король g2, король h2, король h3 и забирают пешку на f4. Ну и вот здесь, понятное дело, что Вова попробовал такой вот трюк, напасть на слона, и надо было, говорю, заметить этот момент, взять на h4. И кажется, что король белых очень близок к углу, его могут там замотовать или выиграть слона. На самом же деле, как многие из вас знают, это именно тот угол, в котором король должен находиться при таком материальном соотношении. То есть слон против ладьи легко делает ничью, когда король находится в углу, противоположном цвету полей, по которым ходит слон. То есть вот в данной позиции не стоило подставлять слона под бой. Можно было сделать любой другой ход, например, слон f6, и черные здесь не могут добиться прогресса, потому что ключевая защитная идея белых связана с тем, что вот на какой-то такой шаг они могут просто закрыться, и у черных ничего не получается. То есть король f2 это пат. Вы можете повертеть эту позицию со всех сторон, если мне не верите, на самом же деле ее оценка давно известна, это ничья. Также мне приглянулась партия Александра Давидчика, тоже сыгранная в восьмом туре. Александр в этом турнире не претендовал на призовые очки, так же, как и его соперник Георгий Перелыгин. Ну, вот эта партия получилась очень веселая. У нас была разыграна венская партия, которая плавно перешла в королевский гамбит. Причем в самую, пожалуй, острую его разновидность. Причем обратите внимание, что Георгий не хочет связываться со всеми этими жертвенными идеями наподобие гамбита Муцо, то есть он не играет g4, играет h6. Действительно, очень надежный вариант за черных. Конь a5. Ну и вот здесь вот Александр, который утверждает, что сразу до этой партии он проиграл весьма, весьма обидным образом. Здесь он уже, видимо, шел ва-банк, и вот поэтому последовал ход слон f7. Понятное дело, что эта атака не совсем корректна, но для Блица казалось весьма неприятно. Самым простым ходом здесь для черной была ферзь g6, и у белых есть большой выбор скрытых шагов, но ни один из них не дает чего-либо серьезного. После ферзь h5 кажется, что ситуация в принципе идентична, так еще и черные создали угрозу поменять ферзей, параллельно напав на шаг с поля h1, ну и создавая какие-то контр-угрозы белому королю. Однако вот здесь Александр нашел ход слона h6. Таким образом, белые отыгрывают одну фигуру, но все равно остаются без одной, и что не очень для них приятно, меняют ферзей. С другой стороны, ничего лучше не было, а вот эта позиция на самом деле совершенно, совершенно неясная. Ну, у меня такое ощущение, что для Георгия некоторым шоком было вообще то, как развивается эта партия, поэтому здесь он большого сопротивления не оказал. Хотя, повторюсь, позиция, мне кажется, по меньшей мере не ясна, а скорее всего с перевесом у черных. g3, конь d4, скорее всего, к тому же белые здесь сделали не лучшие ходы. Король g2, ну и вот здесь вот, конечно, стоило, наверное, сыграть. Или здесь слон f3, или вот после король g5, e5, с идеей подключить коня на e4. Здесь слон f3 тоже был очень сильный ход. Конь белых не переходит на e4, это раз. Что намного важнее, черные здесь переходят в контратаку. То есть на король f2 следует ладья h2. Ну, если же белые бьют на f3, то понятное дело, что у них просто-напросто не хватает огневой мощи, чтобы эта атака имела какие-то шансы на успех. Ну, в партии понимаю, что Георгий уже был несколько напуган столь активной игрой со стороны Александра Давидчика. Пошел конь e6, это оказалось зевком. После конь e4 белые отыграли весь материал. Мало того, что отыграли, еще и забрали кое-какие проценты с него. Ну и понятное дело, что с лишней фигурой, а теперь фигурой и ладьей, Александр легко довел эту партию до победы. Такая вот яркая атака, конечно, совершенно некорректная, но без таких партий смотреть за блицом было бы куда скучнее. Ну и таким образом у нас остается обозреть только девятый тур. Прошу прощения. Да, как вы могли видеть, Вова в восьмом туре с некоторыми приключениями обыграл Игоря Куделя и сохранил единоличное лидерство перед последним туром с показателем 7 очков из 8 возможных.
На чистое второе место вышел я, у меня 6,5 из 8, и еще у двоих человек, как вы можете видеть, по 6. И их преследует большая группа из людей, которые набрали 5,5 очков и идут с показателем плюс 3. То есть последний тур обещал стать весьма захватывающим, в том числе в плане распределения призовых очков. Ну и начнем мы, понятное дело, с партии лидера на тот момент, с партии Вова Михайловского, который шел 7 из 8. Вова играл с Андреем Татаруровым и была разыграна снова фирменная, как я понял, для Андрея защита каракан. Причем вот такой вот вариант двух коней, конь c3 или 5 конь f3. Ну, у черного здесь есть ряд возможностей. Слон g4 действительно один из основных, или может быть даже основной ход. Мне кажется, что весьма интересный для черных здесь вариант это ход a6. Идея в том, что черные тоже хотят пойти слон g4, но нюанс заключается в том, что, например, после d4 слон g4 h3 из-за того, что пешка a6 бьет поле b5, теперь не обязательно брать на f3. То есть можно сыграть слон h5. Если белые играют по аналогии с основным вариантом, то вот здесь у них нет шаха на b5. Соответственно, нет напрыга конь e5 и вообще нет сколько-нибудь вразумительных атакующих идей. То есть ход a6 достаточно интересен, но слон g4 главная линия, разумеется, тоже плохой быть не может. h3. Здесь вот слон h5 несколько рискованно, опять же, по причине g4, слон g6, e3 и слон b5. Поэтому значительно надежнее взятие на f3. Ну и таких партий был сыгран не один десяток тысяч. В том числе партия Михайловский и Татауров. Черные пытаются развить некоторую инициативу на ферзевом фланге. С другой стороны, у белых два слона, позиция лишена слабости. И может образоваться также некоторый пространственный перерыв. ЕД, ЕД. Спорное решение, но в блице придираться к подобным ходам, понятное дело, что большого смысла не имеет. Ладья Е1, 2-0. Ну и вот здесь вот Вова сыграл очень креативно. Навряд ли очень сильно, но, по крайней мере, смутил своего соперника. Пошел конь b1. Видимо, заранее заблаговременно прячась от всех идей черных, связанных с ходами b4 и d4. После конь d7 Вова еще сыграл слон d2. Опять же, таким образом белые не дают черным сразу сыграть b4, ну и также освобождают дорожку для собственных пешек g и h. То есть теперь уже хотят пойти g5, потом h4, создать некоторую инициативу на королевском фланге. Ну и, видимо, такими загадочными ходами Вова несколько усыпил бдительность Андрея, потому что Андрей пошел ладья e8 без особых раздумий. Оказалось, что таким образом он отнял последнюю безопасную клетку у собственного коня f6. Теперь после g5 белые выигрывают фигуру. Казалось бы, для Вовы открыта дорога к победе, к чистому первому месту. Однако оказалось, что не все так просто. Последовало b4, gf, конь f6. Ну вот здесь, пожалуй, сделай Вова один единственный точный сильный ход аб, то борьба в этой партии не затянулась бы. Слон b4, скорее всего, тоже оставляет за белыми перевес, но ситуация резко усложняется. Дело в том, что последовало слон бьет b4, и оказалось, что висит ладья на e1, и белым приходится брать. Ферзь e8, аб, и вроде бы все бы ничего, но здесь есть шах на e1. Приходится закрываться ферзь d1, ферзь b4. Но понятное дело, что лишняя фигура все равно должна быть старше, но тут уже есть некоторые нюансы. Все-таки одна пешка за фигуру у черных есть, а белые легкие фигуры расположены пока далеко не идеально. Последовало ферзь d2, ферзь b6, ладья g1, ладья b8, ну и вот уже довольно серьезные тут трудности. Висит на b2. Стоило, конечно, сделать какой-нибудь вход вроде c3. Никаких тут решающих продолжений за черных не видно, а лишняя фигура есть. Ну, Вова сделал такой ход, который как бы сочетает в себе атакующие идеи с давлением по большой диагонали с защитными функциями. Вова защитил пешку на b2, но, видимо, просто зевнул ход ферзь бьет f2. И теперь оказалось, что у белых неожиданно совершенно проигранная позиция. Еще последовало ферзь e5. В общем-то, не слишком сложной идеей напасть на ладью один ход и дать мат по последней горизонтали. Андрей заметил этот трюк, пошел ладья e8, но тут оказалось, что позиция белых совершенно безнадежна. Висит ладья, висит ферзь, но если ферзь уходит, еще висит мат по первой. Во, попробовал такой вот последний трюк.
Но Андрей заметил, что ферзь может брать назад, и после ферзь Bf6 белые признали свое поражение. Таким образом, судьба первого места оказалась в моих руках, а я играл черными с Ренатом Шерифуллиным, который проводил довольно неплохой турнир и к этому моменту ушел с показателем 5,5 из 8. Ренат играл белыми и разыграл типичную для себя несколько загадочную версию английского начала. В принципе, черные могут играть практически как угодно против этой схемы, в любом случае получать неплохую позицию. Но, с другой стороны, они никак не могут вынудить какие-то быстрые размены и никак не могут быстро определить пешечную структуру. А это, видимо, именно то, чего вообще Ренат хочет обычно от дебюта. И такие вот сложные позиции с гибкой пешечной структурой ему удается играть довольно неплохо. Конь d5. Если потратить очень много времени, сделал ход конь e8. В принципе, ход конь e8 неплохой, но в позиции было множество других неплохих ходов. И вот именно конь e8 не стоило, пожалуй, 50 потраченных секунд. Слон g7, конь g7, конь h2, слон d7. У его черные фигуры идут назад, но у них есть, имею в виду, у черных есть ясная простая идея провести b5. g4, b5, h5. Белые пытаются нагнетать какое-то давление на королевском фланге. g5 и f4. Ну, пожалуй, ход f4 это несколько чересчур, но доказать это не так легко. То есть, вроде бы e6 напрашивается, здесь вот ребят побил fg. Здесь, пожалуй, будь у меня побольше времени, а также побольше рейтинга Элла, наверное, я смог бы увидеть, что после ЕД ЖH ферзь f6, черные делают такую вот вилку на ладью и пешку h6. На самом деле, этот нюанс позиции даже видел, и видел, что после слона h7, король h8, hg, ферзь g7. То есть я видел, что после hg белые отыгрывают материал, у них остается несколько лишних пешек. И вроде бы, после того, как я сделал какой-то ход, черные уведут ладью, белые, прошу прощения, уведут ладью. На самом же деле, после ферзь g7 оказывается, что висит не только ладья на a1, а также слон на h7. Вот этот нюанс я не предвидел. И, в принципе, это могло стоить не партии. Я сыграл ферзь в g5. В принципе, ход тоже не проигрывает, но понятное дело, что ED было значительно сильнее. Конь f4, конь e5, слон e2, bc, bc, слон c6. Здесь, пожалуй, вместо слон c6, точнее, было ферзь h4. И уже на ход короля слон c6 это ставило перед белыми весьма непростые проблемы. То есть пришлось бы играть король d1 и потом, видимо, e4. А это связано с, ну, явными ослаблениями. А после же слон c6, ладья f1, оказалось, что теперь шаг на h4 ничего не дает из-за ладья f2. Поэтому я сделал ход ладья b7. С явной идеей сдвоить ладьи заехать одной из них на b2. Ренат провел d4, опять же, активный ход, отбрасывающий мои фигуры на пассивные позиции. С другой стороны, все-таки белый король на e1 расположен неудачно, а белые еще вскрывают центр от себя. То есть, такая игра связана с серьезным риском. Действительно, после d5, e, d, cd, слон b5, объективно перевес на стороне черных. Ладья b1, ладья b8, слон бьет b5, ладья бьет b5, ладья бьет b5, ладья f2, конь e5, взяли, взяли, ферзь d3. Конь e8, король f1, конь f6. Ну, в принципе, понятное дело, что конь g7 серьезно ограничен белыми пешками, и имеет смысл перевести его на более хорошую стоянку. Конь g6, и вот здесь вот я упустил форсированный выигрыш, хотя и не очень простой. Должен признаться, что ход ферзь a1 я особо не рассматривал, потому что видел, что есть альтернатива ферзь e4, и мне казалось, что после ферзь e4 у черных есть небольшой перевес без большого риска с моей стороны. Прошу прощения. Прошу прощения за технические неполадки. После ферзя 1, король g2. Черные действительно побеждали. Игра ладья b1. Мне так не нравится за ответ ладья f6. Теперь понятное дело, что на ферзь f6 есть ферзь b1. Ладья h1 тоже выглядит не до конца ясным. На самом же деле, конечно, черные здесь побеждают. Играю ферзь f2 и забираю ладью на f6. Я же не захотел связываться, что, безусловно, было ошибкой. Сыграл ферзь e4.
Однако оказалось, что после взятия у нее 7 королев 8, ладья f4, черные не выигрывают материал. Я посчитал вплоть до ладья f4, но подумал, что отскок коня на d2 или на g3 должен дать мне здесь перевес. На самом же деле, после конь d2, король e2, непонятно, в чем здесь за черных радость. Если сейчас мой конь уходит, то белый конь уходит на f5, нападая на две пешки сразу. То есть ты должен брать, и после король d2 оказывается, что этот ладей, знаешь, практически ничейн, по крайней мере, позиция здесь совершенно равная. Однако мне повезло, и после ладья b3, ладья a4, ладья b6, король d3, король f6, король d4, король g5. Безусловно, я попытался бы здесь еще поиграть на победу, но Ренат в данной позиции уронил флаг. Помимо этих двух лидерских партий, в девятом туре были еще два любопытных фрагмента. И первый из них случился в партии Ярослава Докузова с Владиславом Чижиковым. Для Владислава, конечно, турнир категорически не сложился. В принципе, в подобном составе Владислав мог бы рассчитывать на любое место вплоть до первого. Но вот вчерашний турнир, к сожалению, стал совершенно провальным. Здесь Владислав разыграл свой фирменный контргамбит от Бена. Как у него часто бывает, получил весьма достойную контр-игру черными. Е6, наверное, здравое решение сбросить пешку, чтобы не попадать после Е в конь f6 под атаку, но в любом случае белые здесь явно не борются за перевес, а после b3, d3 казалось, что у черных достаточно мощная инициатива. Здесь после e3, как мне кажется, можно было просто ударить на e3 с изрядным перевесом. Ферзь h3 тоже неплохой ход. b4, слон b4, а b, конь b4, такая вот жертва фигуры за две пешки и возможность в ближайшем будущем выписать шах на c2. Ферзь h4, конь c2, король d1, просто h6. То есть черные даже не спешат брать ладью. Сейчас по-хорошему белым, наверное, стоило серьезно рассмотреть здесь такую опцию, как увод ладьи, например, на b1 или на c1, но после конь d4. Дело в том, что у черного сохраняется достаточно сильная инициатива, а у белых даже нет лишнего материала. Ну и Влад здесь уверенно довел эту партию до победы. Вот посмотрите, кстати, d2 довольно грамотное решение. Теперь после разменов черный играет c5, пользуясь связкой коня на d4. Забирают его. Ферзь h2, ферзь g3. Обратите внимание, черный ферзь возвращается в оборону. Ну и понятное дело, что в этой позиции исход партии совершенно уже решен. Черные выиграли через несколько ходов. Ну и также довольно симпатичная атака удалась Сергею Бугаевскому в партии против Александра Кононова, тоже в последнем туре. Александр играл свой фирменный дебют А6, Б5. Мне кажется, дебют, конечно, не совсем солиден, и более того, даже в блиц в каждой партии применять его не стоит, потому что соперники постепенно привыкают. Тем не менее, вот тут у Александра получилась более-менее неплохая позиция. Единственный момент, который для меня не совсем понятен, почему же черные поменяли коня d5 на слона e3. В принципе, как мне кажется, черных в этом варианте хорошая позиция ровно до тех пор, пока конь на d5 стоит, его оттуда не получается сбить, и он доминирует над легкими фигурами белых. Здесь же после конь e3 fe белые усиливают собственный центр, меняют не самого активного слона на e3, а черные лишаются своей самой сильной фигуры. Ну и вот здесь Сергей начал развивать наступление. Ферзь f6, 2-0. 2-0, конечно, грубая ошибка. Надо было просто уводить ладью, но и в этом случае позиция у черных оставалась неприятной. Ну и вот здесь вот Сергей потратил 20 секунд, нашел решающую комбинацию. Слон бьет g6, теперь fg невозможно из-за мата, а после hg, как ни странно, черные фигуры расположены настолько плохо, что они ничего не могут поделать с простым планом перевода ладьи через f3, h3 на h8. И ввиду скорого неизбежного мата, черные здесь признали свое поражение. Таким образом, сейчас вы на своих экранах видите результаты турнира. Но благодаря большому везению в последних турах мне удалось занять чистое первое место, набрав 7,5 очков. А до этого тура Владимир Михайловский поделили второе и третье. Сейчас вы на своих экранах видите итоговую таблицу в соответствии со всеми дополнительными показателями. Ну и вот таким вот цветным желтоватым цветом помечены все те шахматисты, которые набрали зачетные очки. Напомню, что за первое место дается 25.
За второе 18, за третье 15, за четвертое 12, за третье, за, прошу прощения, за пятое 10, за шестое 8, за седьмое 6, за восьмое 4 очка, за девятое 2 очка и за десятое место 1 зачетное очко. Все места с 11 и ниже никакими призовыми очками не премируются. А здесь вы можете видеть подробную финальную табличку. И сейчас я зачитаю имена тех шахматистов, которые выполнили нормы гроссмейстера Феникса, первую норму мастера Феникса и кандидата в мастера Феникс. Ну, гроссмейстерскую норму, очевидно, никому выполнить не удалось, потому что, напомню, что для этого нужно показать перформанс в 2300, при этом сыграв турнир от начала до конца и не получив больше, чем 2+. То есть минимум должно быть 7 партий, которые обсчитаны. Мастерские же нормы удалось выполнить мне, Андрею Татаурову, Владимиру Михайловскому, Данилу Гузикову и также Александру Васильеву. Как вы можете видеть, для мастерской нормы достаточно перформанса в 2100. Для нормы кандидата в мастера необходимо показать перформанс 1900 или выше. Опять же, при этом соблюдая все эти условия, о которых я уже сказал. Таких шахматистов оказалось довольно много. Это Виктор Шапира, Игорь Куделя, Антон Майдель, Алексей Коновалов, Михаил Плюха, Ренат Шарифуллин, Александр Макаренко, Игнат Ефимов, Александр Давидчик, Анар Шекберов. И, собственно говоря, на этом все. Обратите внимание, что Платон Гальперий не выполнил норму, потому что сыграл всего лишь 7 партий и при этом не доиграл турнир до конца. Да, и, конечно же, прошу прощения, к сожалению, Анар Шекберов также норму не выполнил по той причине, что вступил в турнир со второго тура. Обратите внимание, чтобы было выполнение норм, необходимо играть в турнире с первого тура и доигрывать его до конца. Ну и, собственно говоря, все технические нюансы, я думаю, мы уже покрыли. Итоговую таблицу вы увидели. Надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Для вас работал Никита Петров.